зовут Таня Геворгян. Мне 11 лет, и я из города Краснодара. Это голос дети! Мне понравилось стоять на сцене и петь. Я начала немного баловаться, добавлять свои какие-нибудь... От души. Да, от души и от сердца петь... какие-то свои элементы добавлять в песню. И это сработало. Ко мне повернулся Дима Билан и Пелагея. Я выбрала Дима Билана. Ой, мы испытали и страх, и счастье, и радость. Все вместе. Это такие чувства, знаете, которые нельзя передать. Увидели, просто. Когда увидели реакцию, как вот слушали ее, да, ведь по выражению лиц можно понять, когда увидели слезы на глазах, да, наставников даже тех, мы, конечно, поняли, что сильно. И вот-вот я чувствовала, что вот сейчас повернутся. И повернулись. Ребят, молодец!